представитель 38-летней певицы Максим рассказала подробности о ее состоянии. Ранее сообщалось, что артистка с поражением легким 40% попала в одну из больниц Москвы. А накануне ей стало хуже, и певицу ввели в состояние искусственной комы. Марина на ИВЛ в искусственной коме. Тесты показывают отрицательно. Видимо, коронавирус, но по тестам отрицательно, сказал представитель. Он добавил, что у Максим очень низкое насыщение крови кислорода. Ей попробовали вводить кислород, но легкие не прочищались. После этого было принято решение подключить артистку к аппарату ИВЛ. По ее словам, Максим пробудет в коме предположительно еще несколько дней. Но врачи дают позитивный прогноз. Источник в больнице, где находится звезда, рассказал ранее порталу StarHit, что в какой-то момент у пациентки возникли проблемы с самостоятельным дыханием и было принято решение ввести Марину в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание. Сейчас медики прорабатывают дальнейшую стратегию лечения певицы.